Министр здравоохранения Испании подала в отставку. Анна Мата была признана судом причастной к коррупционному скандалу, который получил название «Гюртель», о взяточничестве и откатах при заключении контракта в рядах ведущих политиков правящей Народной партии. Судья отметил, что Анна Мата могла пользоваться средствами и получать непрямую выгоду от преступлений, которые были совершены ее соратниками. По делу Гюртель проходят 43 обвиняемых, среди которых и бывший муж Мату. Судья Пабло Рус утверждает, что получать выгоду могло большое число людей. Срок в тюрьме по обвинению в коррупции уже отбывает казначей Народной партии Луис Барсенас. Впрочем, наблюдатели связывают отставку министра также и со случаем заражения медсестры мадридской клиники лихорадкой Эбола.